Всем привет! И давно не было видео с моего земельного участка сельскохозяйственного назначения в Испании. Вот, ну и что ж, сегодня я это видео начну. Вот, как обычно, оно будет в форме дневника. Кто не был, посмотрите, отдельный плейлист есть на канале, присоединяйтесь к нему. Ну и можете посмотреть, что как растет, какие работы проводятся, какие планы и тому подобное. Ну что ж, сегодня у нас 6 января. И я иду на участок. Такая вот у нас погодка. Эти Астурия, север Испании. Замечательно. Самое время поработать. Это вот, помните, многострадальный лимон, который все кошка норовила, когда он стоял на лоджии, все норовила, так скажем, испортить землю в нем. Вот. Ну, пересадил вот год назад, вот собирается где-то цвести, где-то лимончики. Ну, в общем, неплохо. Я вообще пришел, вот, работаю по обрезке деревьев. Вот, самый такой сложный ряд, первый прошел. Но я уже обрезаю последний из оставшихся рядов. В этом году достаточно сильно подрезаю деревья. Ну, яблони во всяком случае. Вот. Поэтому посмотрим, что и как будет в планах. В целом желаю досадить еще два дерева. Надо, в принципе, два можно досадить. Думаю, так пока вот, так скажем, небольшом этом самом томе. Вот, подрезать на меже вот это вот, видите, да, от орехов сильно разрастались. Поподрезать на меже. Ну и что? И этот самый, брать триммер и косить, косить, косить. Ну что, обрезку яблонь, тутовника. Ну и еще некоторых деревьев провел. Но в основном, конечно, яблони. Поэтому, вот, в принципе, в этом плане задачу выполнил. Ну, посмотрим, посмотрим. В том году я не сильно обрезал. В этом году я, наоборот, посерьезнее подошел к этому вопросу. Ну, а это самое, вот. Ну, а итоги, соответственно, как обычно, посмотрите. Посмотрим, правильно ли я сделал, поступив таким образом, либо же нет. Вот, время покажет. 19 февраля. У меня на участке уже красота, уже весна начинается. Пришел посмотреть, как тут обстоит дело. Был же шторм в январе. Я думаю, через участок вода пробегала с гор. Вот пришел глянуть, как обстоят дела с деревьями. Ну и в целом выкопать две ямы. Мне надо досадить два деревца немного. Вот чуть почки уже начинают. Да, уже скоро весна. А вот это, смотрите, наши знакомые. Вот моя знакомая Нора. Насколько я помню, ну вроде я не должен путать, не должен путать. Вот она с первого года, как на участке, так она рядышком. А это вот жеребенок. Я его маленьким снимал в конце того сезона, когда он, можно сказать, почти появился на свет. Теперь вот он. Дружок. Ну, как и ожидалось, где у меня низина, участки, где с гор может течь вода после сильных дождей, которые были в конце января. Все здесь нормально. У меня все хорошо. Так скажем, деревья, все прочее, все чувствуют себя пху-пху-пху. Ну, во всяком случае, не жалуются, не жалуются. Ну, какие-то моменты все-таки присутствуют. Вот, ну, шторм был, соответственно, ветер. Ну, то есть, шторма бывают абсолютно везде. Мы в Валенсии были, шторма бывают. Мы были в Астурии, Испания. Это все-таки, там, я не знаю, может, есть места, где вообще никогда не бывает штормов. А, не зимой и летом, но все-таки бывают. Бывают, это, в принципе, ничего такого сверхстрашного, еще чего-то, ну, вот.
поправляю вот эти вот штучки. Сейчас я перевяжу защиту. А вот спросите, да, чего защита, если вдруг что? Ну вот, пожалуйста. Вот, видимо, посещали. Это Несперо. Несперо оказался для кого-то вкусный. Пришли подъесть чуть кору. Вот. Вот так вот. Ну кто тут ходит? Зайцы ходят, косули ходят. Ну, кабанам это точно не интересно. Ну вот первая ямка. Тут прям такие большие не надо. Как под яблони сидровые. Это значит инжир, который новый. Один у меня растет, а один не принялся в том году. Вот взамен него будет что-то посажено. Поправил всю слетевшую защиту. Сейчас такая вот красота. Всегда поют птички. Сейчас еще одну ямку выкопаю. И нормально. Ну, еще одна завершающая ямка. Авокадо здесь не захотела. Но это на самой вершине, то есть тут каменистая почва. Вот, на спуске, ближе к спуску. Поэтому, ну, что-нибудь посажу. Посажу. Ну, и в следующий раз вам обязательно также покажу. Ну, вон там, вон, лимончик цветет. Такие вот дела. 19 февраля. Вот, смотрите, какой у нас общительный жеребенок, да? Ну, в следующий раз, вот опять обещаю. Да, и потом, ну, я не думал, что они уже появились. Но уже появились, так не заметишь, уже весна. А там и лето. Ну, присоединяйтесь к каналу, увидите, что и как будет дальше и какой урожай ждет в этом году.